Ну что, всем привет! Сегодня Оленьки макарошки с котлетками. Всем приятного аппетита, кушайте вместе со мной и худейте. Также Оленьки хлебушек черненький. Майонезик. Кофе черный. Кофе черная карта. Будешь счастливая. Вот, какие вы все-таки злые, да? Пишите там. Ой, Иринка сегодня целый день таскалась по делам. Целый день, первый раз ем. Вы представляете, время 7:00 вечера. А Иринка только села есть. Всех девочек с наступающим Новым годом. Сегодня, короче, была в магазине Галамарт. Ой. Понимаете, да? Милый, наверное, какать пошел, бумажку не нашел. Так оно. Вот так вот. Хлебушек с майонезиком, макарошки. Какая вкуснотень. Кстати, чё? Мне просили привет передать. Так. Девочка Дзена, Маша Коновалова, огромный тебе привет от Ирины Сергеевны. С наступающим тебя Новым годом, любви, счастья и здоровья, а остальное все приложится. Так ведь? Так, чё? Иринка, тебе идет белый свет. Огромное спасибо. Вот, ну, есть же нормальные люди, да? Одна мне там пишет: ой, я за 2 года похудела на 28 килограмм. Я, говорит, смотрю таких людей и худею. Сейчас это за 28, за 2 года 28 килограмм. Это как-то печально. У меня тетенька за 2 года похудела на 80 килограмм. Что тут 28 килограмм? Это херня. Ну, так вот. Привет, Иринка. Насмешила котлеты, думаешь про колбасень? Не знаю. Может быть. Маша Ирина Сергеевна голодная была, откуда мы знаем, да? Вообще. Что, девочки, купила в магазине слоеное тесто. Будет Ирина Сергеевна на Новый год торт делать. Наполеончик. И причем оно недорогое. Оно стоит 50 рублей. Нормально. Сейчас же типа акции идут, акции к Новому году. Ой. Хотелось я в Галамарте, короче, кружку взять большую. Побольше, чем ведро. Блин, нету таких. Печально, да?
Ну ладно, может появится Ирина Сергеевна, себе купит. Николай Марчин. Ну, кстати, котлеты на куриной грудке низкокалорийные. Как говорится, жуй и худей. Вот так вот. Подсолякаем немного, что-то не соленым. Говорит, мама, говорит, тебя откормила. Да нет, не мама. Любименький ты мой. Говорит, пишут мне такие. Там всякие мадам. Ой, а чё ты про автомойку не говоришь? Ну, о чём он говорит? Про автомойку работает? Не покладая руки ног. Ой, ты даже и про милого ничего не говоришь. А чё он говорит? Жив-здоров. Работает. Тоже не покладая рук. Чё думаете, мы тут все такие все тайны раскроем вам? Да нет, конечно, вы что? Зачем? Да ты нам ни разу даже еще не показала автомойку. Зачем? Ты там живешь далеко от меня. Ну что, ты поедешь? Нет, конечно. Так что... Сидим молча, смотрим Ирину Сергеевну и не умничаем. Ну вот зачем вы Зухру втягиваете? Если ты в положении Зухра. Надо себя беречь. Как хрустальный сосуд. Ну вот что, зачем вы это пишете? Зачем? То угрожаете Зухре. Вот для чего? А? Вам это надо? Ну я понимаю, вы люди злые. Любите похамить. Ну... Что теперь? Ой. Я, короче, в Коломарте такую тарелочку присмотрела. Такая красивая. Такая суперская. Так что смотрите выпуски из Коломарта. И обязательно увидите. Не, я еще не купила. На следующей неделе поеду по делам. И куплю. Сегодня же четверг. Вообще обалденно. Ну так вот. Муся, помаши Аленке ручкой. Скажи, Мусь, Аленка, привет. Это я, Муська. Чего нюхаешься? Это мое. Да, Мусь? Какая Муся. Красавица. Ой, она даже руки не помыла после Муськи. Так она чистая. Я не брезгую. Понимаете? Иринка, тебе идет белый свет? Очень спасибо. Большое спасибо.
Блин. Устал. Так Иринка устала. И играть совсем не стала. Что, Мося, хлеба? Сосискам, тортелькам. Ириночка Сергеевна, привет. С легким паром, дорогая, спасибо. Привет, привет. Ты такая молодела. Беленькая, как зайчик. Миленькая, здоровья тебе. Приятного аппетита. Богом. Спасибо, спасибо. Ну, это же есть люди, да, которые пишут нормальные комментарии. Но если вам так противно и так далее, ну, зачем заходить? Ну, что думаете? Вы зашли, написали Ринке гадость. Ириночка Сергеевна так огорчилась, так обиделась на вас, да? Да хер вам там. Обиделась. На дураков, как говорится, не обижаются. Как ведь? Ой. Привет, дорогая, я гриппую. Приятного аппетита, милая. А Ветрова скучает, видимо, по тебе. Не болей, не болей, Русланчик. Не гриппуй, не гриппуй, не надо болеть. Вот так вот. А Ветрова? Да, что вам еще могу сказать насчет Ветровой? Да идите вы вместе с Ветровой. Знаете, куда? Ну, я имею в виду, идите те, кто. Ирина Сергеевна пишет там всякую гадость. Понимаете? Ну вот как-то так, ничего иначе. По щелчку 3:15, та-та. Как-то так, да. Ничего иначе. Магазин Галамарт. Кстати, ничего такого магазинчик, там столько это. И игрушек новогодних. Всякое-всякое.
Короче, слушайте. Нашла монетку, снимаю видео. Ну, там показать, что там есть, да. Винограда до хренища, фруктов до хера. Чувак, ну, может, там ему 30, может, за 30, не знаю. Паспорт не спрашивала, не интересовалась. Я иду, снимаю там, как само собой разговариваю по телефону, да. Он, короче, встал и смотрит на меня. Встал и смотрит. Ну, что, картину увидел, что ли? Ну, вообще. Это вообще. Вот так вот. Ой. Ой. Ну, что, теперь кофейка до рывка, да? Кофе. Тарелка. Так. Белый мишка с молоком, добавленный арахис. Попробуем, да? Вкусно, наверное. Типа юриски. Ну, так сказать. Вкусно? Так что, девочки и мальчики, будьте добрее, и мир к вам обязательно потянется. А понимаете, что вы злые, как собаки. Борщик. А почему мы такие злые? Об этом никто не знает. Как говорится, не знает мир. Вот тут такие комментарии вообще шикардосные. Я тоже люблю большие кружки. Всегда чай пью или кофе пью из больших кружки. Я тоже из большой кружки пью. Ну, сейчас сегодня маленькая. Есть детские лыжи, чего у тебя в детстве не было? Были? Мини-лыжи. Мини-лыжи были у Ирины Сергеевны. А что? Пластмассовые такие мини-лыжи, знаю. Ну, блин, вы понимаете, ребенку 3 года. Какие лыжи? К лыжам надо палки, а палки-то вот какие огромные. Там ребенок-то маленький. Он будет ей лет 5-6. Тогда да. Там и мини-лыжи можно, и все что угодно. Понимаете, да? Но в 3 года зачем ребенку лыжи? Для чего? Чтобы она падала? Ну, зачем? Что это? Лимон? Ничего не надо. И кусочка.
как-то так. Ничего иначе. По щелчку 3:15 татань. Так что я наелась, напилась. Сейчас пойду делами дальше заниматься. Та-тань. Все, девочки и мальчики. Салфетки не купила. Не, я влажные салфетки-то взяла. Галамарти. 12 рублей что ли они стоят. Нормально потянет с пивом, так ведь? Все, мальчики, девочки, всем пока. Будьте добры, и мир к вам обязательно подтянется. Чао, бамбино, сеньорито.